Привет! Сегодня вас ждет 7 стильных образов на каждый день. Для первого лука я выбрала белое полупрозрачное боди и сочетала его с минималистичным бельем в цвет. Это прием в стилистике Miu Miu, который делает образ безумно женственным. Боди от бренда Jolly Brand, у них свое производство в России. Они специализируются на качественной базовой одежде. И посмотрите, насколько безупречно на мне сидит это боди. Я немного опустила плечи, чтобы сделать образ еще более утонченным. И сочетала данное боди с брюками в тонкую полоску. Я добавляю ремень, чтобы сделать акцент на талии. Я не так часто использую ремень в образах, но здесь мне он кажется максимально уместным. Также добавляю босоножки на небольшом каблуке. И изюминку образу добавляет вот такое кольцо из бисера с крупным кристаллом. Прорези на рукавах от боди. Это смотрится особенно стильно. Я решила использовать максимально лаконичные простые формы, поэтому выбрала классические черные очки и также черную сумку. Образ получился очень женственным, стильным и интересным за счет форм, которые я использую в данном луке. Для второго образа я выбрала серые прямые брюки. Давно искала идеальную голубую рубашку и вот наконец встретила ее в бренде LBD Moda. Она мужского кроя, мне кажется, что это самая главная изюминка данного изделия. Конечно же, идеальный оттенок. Я слегка подворачиваю рукава, чтобы создать эффект расслабленности, легкости, и также дополняю образ коричневым ремнем, тоже от бренда LBD Moda. Он выполнен из натуральной кожи, он идеальной ширины, и вы видите, насколько классно он выглядит в этом образе. Также использую вот такие коричневые сандалии и коричневого оттенка сумку. Мне очень импонирует настроение данного образа. Он получился одновременно собранным и элегантным, и при этом расслабленным за счет плоского хода, мягкой формы сумки. И, конечно, подвернутые рукава добавляют этому образу шарма и какого-то особого очарования. В следующем образе я выбрала для себя льняные брюки, и снова это бренд LBD. Мне понравилось, что у данного бренда есть размер XXS, для моей фигуры это просто находка. Добавляю также рубашку, это такой костюм, конечно, вы можете носить эту рубашку просто застегнув и не добавляя никакого акцента на талии, так мне тоже нравится, но здесь я решила все-таки сделать акцент на талии и использую пояс, который идет в комплекте с этой рубашкой, снова у нас получается такой женственный образ. Вообще бренд производит очень качественные вещи, которые легко сочетаются друг с другом. Добавляю кольцо из бисера, это все тот же самый бренд моей подруги, я очень часто использую ее кольца. И изюминка образа, это вот такие очки с синими стеклами. Я была бы не я, если бы не добавила что-нибудь такое необычное. Сумка, опять же, мягкой формы, она очень женственно смотрится в этом образе. Он получается одновременно и легким, и серьезным. В общем, моя любимая эклектика. И, кстати, от этого бренда у меня есть для вас промокод, вы найдете его в описании к этому ролику. В четверг те же брюки я сочетаю с балетками и с комплектом из топа и рубашки от бренда Brigade. Конечно, они продавались по отдельности, но мне показалось, что особенно очаровательно они будут смотреться в комплекте друг с другом. Топ из вискозы просто нереального качества, настолько он приятный к телу, и честно, его совершенно не хочется снимать. Я дополняю ее той самой идеальной белой рубашкой, она свободного кроя, это 100% хлопок сатинового переплетения, поэтому она с небольшим таким дорогим шикарным блеском, и посмотрите, насколько здорово цвета сочетаются друг с другом, то есть это белый с таким серо-бежевым оттенком, и также, чтобы освежить образ, я добавляю сюда черную сумку, мне кажется, что она как раз-таки добавляет немножечко серьезности данному луку, и согласитесь, этот образ получился с каким-то особенным шармом, мне кажется, что в данной подборке он один из моих самых любимых. В пятом образе, это самое боди от Jolly Brand, я сочетаю с трикотажной юбкой от Соколова Богородская. Она просто идеально сидит на моей фигуре, на мой рост, она в длине миди. И мне кажется, что это будет моя самая любимая юбка этой осенью. Она очень здорово подчеркивает фигуру. Вообще у этого бренда очень много интересных вещей, поэтому обязательно загляните к ним. И я решила сделать образ интереснее с помощью цвета.
Добавляю сюда вот такой желто-синий шелковый платок. Он добавляет изюминку этому образу. Дальше мы с вами подчеркнем этот цвет. Мне вообще очень нравится, как платки выглядят на шее, добавляет такого французского шарма. И также мне снова захотелось немного эклектики, поэтому я дополняю образ вот такими сапогами-казаками. Они заходят под юбку и визуально удлиняют мой рост. Конечно, серьги тут у меня в золоте и изюминка. Фишка данного образа – это вот такой укороченный тренч. Вообще, укороченные длины будут особенно модными в этом сезоне. Мне нравится, что это изделие можно стилизовать абсолютно по-разному, опять же, с разным настроением. Здесь я застегиваю его на одну пуговицу и создаю такой женственный силуэт в стилистике Dior. Обратите внимание на то, как выглядят детали здесь. Это и завязки на талии, и кокетка, и пуговица, которая просто идеально подходит к этому изделию. И та самая сумка от Mills Carter, которая будет дополнять наш платок. По цветам мне кажется, что образ вышел просто идеальным, опять же женственным. Сегодня у нас с вами здесь самый часто используемый эпитет. И мне кажется, что вот крой изделий, то, насколько качественно они выполнены, играет здесь особую роль. Поэтому я осталась образом довольна. И снова Body от Jolie Brand является основой нашего образа. Оно в серо-голубом оттенке, и, конечно, изюминка данного боди – это вот такие прорези на пальцах. Сочетаю я данное боди с юбкой плиссе в черном цвете. Она довольно минималистичная, мне нравится, как она сочетается с оттенком данного боди. Добавляю высокие жокейские сапоги из натуральной кожи. Это бренд Econica. И также я решила добавить сюда два кольца. Они в сером и черном цвете, как раз таки в цвете нашего образа. Я надеваю сразу два кольца на один палец. Такой интересный прием. И вещь, с которой вы меня очень часто ассоциируете, это вот такой вот чокер с сердцем. Завязываю его на бантик. Это, конечно, такая яркая деталь этого образа. В общем, смотрится одновременно и минималистично, и свежо, и интересно, с ноткой гранжа. Я такое очень сильно люблю. И посмотрите, как здорово сочетаются золотые серьги с этим серебряным кулоном. Образ, который мне очень сильно нравится. И это еще один из моих любимых образов данной подборки. Тех, кто досмотрел до конца, ждет самый жизнерадостный лук в этой подборке. Шорты от бренда Lime в белом цвете, супер базовая универсальная вещь. Сочетаю я их с розовой рубашкой, я купила ее в последнем шопинг-влоге. Если не смотрели, то обязательно заглядывайте. Застегиваю только на одну пуговицу, подворачиваю рукава и ношу вот в таком расслабленном варианте. Также использую голубые босоножки, они тоже от бренда Yum, тоже купила в последнем шопинг-влоге, вы помните, как я ими восхищалась, они тоже являются изюминкой этого образа. И также добавляю сюда большое количество колец, посмотрите, насколько интересно они смотрятся, они сразу обращают на себя внимание, и в комплекте с белой сумкой этот образ смотрится особенно свежо, особенно стильно. Я в последнее время полюбила розовый цвет, у меня появилось большое количество розовых вещей в гардеробе. Не забывайте, что все ссылки на изделия и промокоды вы найдете в описании, и спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока!